Обязательно проходить медосмотр необходимо всем жителям Иркутской области, ведь это позволяет на ранней стадии выявить заболевания, в том числе и ВИЧ. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. Для Прибайкалья это актуальная проблема. В регионе каждый день выявляют новые случаи заражения. На данный момент в Иркутской области проживают более 29 тысяч ВИЧ-положительных людей. И чаще всего это наши земляки в возрасте от 30 до 45 лет, которые весьма успешны в жизни. Это говорит о том, что болезнь может случиться с каждым. Поэтому важно регулярно сдавать тесты, а также помнить, что заражение чаще происходит половым путем, а не в бытовых условиях. Но, к сожалению, в обществе до сих пор существует масса мифов о заболевании. Более того, процветает такое явление, как ВИЧ-буллинг. Проще говоря, травля людей с этим диагнозом. Многие тоже не владеют этой информацией. То есть на самом деле, да, у нас где-то в обществе до сих пор ВИЧ это что-то страшное, да, и что можно от прикосновения заразиться, да, от рукопожатия, от кружки, еще от чего-то. Жизнь ВИЧ-инфицированного отличается от жизни здорового человека на пару таблеток. Основной темой 1 декабря является ликвидация неравенства. Мы равные. Мы все равные, вне зависимости от того, какое положение мы занимаем, какое наше состояние здоровья.